О, смотри! Это Мегалукарио против своего клона Мегалукарио. Да. Походу пора заканчивать с этими анимехами. О! Ну-ка. Сейчас проверим, проверим, проверим. Дратути, вот и первый покупатель кирочек. Палки хочет ты, железные кирки. В количестве 2 штуки. Хорошо, хорошо. Отлично. Прекрасно, друзья. Сейчас мы как раз и продадим кирочки. Ничего себе у тебя кирковый бизнес. Да, как бумажный был, но только уже кирковый. Ништяк, 10 баксов. 10. Йоу. Бэйби. О, бэйби. Деньгами не разбрасываются. Ну, ладно, ладно, ладно. И смотри еще, кстати, что я придумал. Та-дам! Чё это? Какой-то... Чё это за стекляшка на деревяшке? Это торговый блок. 3 бакса за железную кирку. А потом будем смотреть, как растет спрос и повышать или понижать цену. Круто я придумал. Ничего себе, кирковый бизнес. Да, это уж точно. Это уж точно, ладно. И еще. Смотри, что у меня есть. А, что это? Ёкарный бабай. Но это было прикольно. Оба, еще. Воу-воу-воу-воу-воу. Растекается вода по всему. Ой, блин, диван чуть-чуть замочил. Отмывать придется. Ну, точнее, оттирать и сушить. Это что было? Это шарики с водой. Я их надыбал на новенькой ярмарке. Короче, у нас в магазине новый завоз супер-пупер-шмупер мега вещей. Понял? Воу. И ради этого мы так долго деньги копили. Да, ради этого. Я думаю, можно и отправиться. Эй, бродяги! Так. Стоять? Строитель что-то кричит. Здорово, охламоны. Это... Видите, возле вас заселился фрейрок. О, а я и не заметил, кстати. Да, точно, откуда он? В общем, нелегал он. Заселиться хочет на землю русскую. А разрешения никто не дал. И я тут подумал. Короче, сделайте ему бом-бом. Только без лишних глаз, окей? О, хо-хо, бом-бом, понятно, понятно. А что такое бом-бом? Взорвать надо его дом. Ого, хату разнести. Я в теме? Да, я тоже в теме. Но только нужно аккуратненько как-то предпринять. Тут уже стоит один. Ну-ка. Надо бы как-то. Вот так вот подожгем. Тихо. Тикай. Вот, ништяк. Разбомбили. Еще один. Еще один, думаю. Помешает. В общем, разнесем голыми руками. А динамит потом вернем, окей? Ну, блин, так неинтересно. Я хотел разнести, что прям бом-бом. А бом-бом не получится, он же сказал, без лишних глаз и аккуратненько, тихонечко. Как можно тихонечко делать бом-бом? Ну, я не знаю, но в общем, будем считать, что мы выполнили задание. Он будет в шоке. Так, зажигалку оставим тут. О, не-не-не-не-не-не, улики не оставлять. Улики нужно изничтожать. Зажигалочку вот сюда. Динамит сюды. В общем, подорвали мы. Красава. Молодцы прям. Без лишних глаз сделали, я надеюсь. А то сейчас пресса подъедет. Да, без лишних глаз. Теперь отправляемся в магаз. Там супер-пупер штучки. У
меня бензик, кстати, да полно еще бензика, в принципе. Бензика хватит. Я думаю... Воу, тут прям два отдела новых для агентов. О-хо-хо! Вот это круто! Антигравитатор, заминированные рельсы, бомбочки! Дымовые бомбочки. О, это я возьму. Так тут надо брать. В особом. А. О, я еще возьму вот эту вот штучку. Мистер Камушек. И еще. Ага. Думаю, вот это вот. Я купил, короче, какой-то рюкзак. И еще мокрую курицу. Мокрую курицу. А смотри, что у меня есть. Чью. Ого, вот это да. У меня тоже, кстати, такие штуки есть. Я взял целых 20. 20 штук, и сколько у тебя осталось? 30. А у меня 39. Я еще купил. В общем, сейчас покажу, что здесь есть прикольного. В общем, вот, смотри. Маленькая скрипка. О боже. Это великолепно. Офигеть, да? Ну-ка, шапочка пропеллер. Ну-ка. F5. И вжжж. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Пошли паркур пройдем. Нелегальным способом. С этой шапочкой. Оно же вдвойне будет веселее. Ну ты читер, конечно. Да ничего, ничего, еще подзаработаем на новые приколюхи. Если, конечно, будут новые приколюхи. И мы не все скупили. Так, оба. Хоба. Я сам решаю, когда приземлиться. Так. А тут прыгалка. Бжжж. Класс! Ха-ха-ха! Круто, и пью. Поехали дальше. Точнее, полетели, как вертолет. Жесть. А еще я вот что взял. Смотри. Морская телепашка по имени Наташка. Морская из Китая. Поэтому крутая. Ты чё наделал, демон? Блин. Сорян, я не знал. Блин, я реально не знал. Все рассыпалось. Я рассыпался. Моя жизнь рассыпалась на куски после этого рокового события. Но блин, я же не знал, что оно так бабахнет. Сори. Ну что уже извиняться там. Ну. В общем, смотри, у меня более безопасные вещи, например, вот. Чё это? Курятинка. А, это игрушка для собак. Вот что ты назвал мокрая курица. Ладно, держи. И вот рюкзак. Рюкзак обычного школьника. Сейчас оденем. О! Это не рюкзак, это наковальня. Жесть. Как же медленно я хожу. Интересно, что будет, если скрестить с этой шляпой? Не, я не могу подняться. Погоди-ка. Он ускоряет мое падение. Ну-ка, сейчас проверим эту гипотезу. Так. Научные интересы уже. Называется вертолетик. Так, залетаем на парку. Блин. А зачем?
Мне-то все равно, в принципе. И вот сюда попробуем катапультироваться с помощью вот этого. А, блин! Это было больно. Но урона я, кстати, не получил. Офигеть, оно реально ускоряет падение. Ладно, я лучше шапочку одену. Она более безопасна, я могу спокойненько парить. Слушай, а тот ли дом мы подорвали? Я вон там вижу еще одного. Но, по-моему, он как раз говорил про этот. В общем, посмотрим. Ну, вроде похвалил, так что нормально. А еще тут есть мистер Камушек и... На, вот это вот одень, посмотрим, что будет. Это последний писк моды. Ну? И? А чё-то ничего не происходит. А дай ко мне. Сейчас. Привет. Как жизнь? Все нормально. Это последний... Блин! Какого фига? Я сам не понял, что произошло. Офигеть, меня далеко тепнуло. Обалдеть. Я так понял, это... Все, что видят... Вернее, если я одену это, то все будут меня видеть как цель номер один. Враг народа. Офигеть. Все на меня просто ломанулись. Жесть. Олег Иванович, за что? А кто был первым? Кас. Кас, это у нас... Ну ты, конечно, и крыса, Кас. Я-то думал, что ты нормальный, а ты... Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Ладно. В общем, после такой вот веселенькой серии мы садимся смотреть телек обратно. Да, очень неожиданно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, в общем-то, всем пока. И пишите комменты тоже, как вам эта серия.